Друг, ты все еще хочешь попасть в лучшие комментарии? Тогда я не пойму, почему ты все еще не поставил свой лайк и не написал свой комментарий. Как это сделали эти ребят? Давай скорее кликай на кнопку подписаться. Также не забывай про свой драгоценный лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. Ну а теперь к основному ролику. Погнали! И всем привет, друзья! За микрофоном, как обычно, Саня Играт, и этот пушечный видеоролик специально для вас. Я реально очень старался и надеюсь, он вам понравится. Лайкомат уже готов принимать ваши лайки, ну и не забывайте подписываться. Сегодня мы будем таксовать на своей тачке и будем смотреть на реакцию людей на их лицо, когда вместо обычного такси за ними приезжает эта пушка. Я уже подготовился, перекрасил авто в токсичный цвет и жду ваших заказиков. А вот и первый, поехали! Добрый день, вы такси заказывали, эконом-класс. Здорово. Здорово. Дверь, пожалуйста, мне опять вставьте. Это что-то она упала. Дверь мне запили, блядь! Бывает. Ой, нам на штрафстоянку. Вот туда вот. Я метку переназначил. Так, ложная информация, меток. Они очень вводят их в заблуждение. Блядь. Так, вот сюда вам? Да, да. У меня хуерыл один, тачку забрал. Поебать вообще. Вообще, поебать. Добрый день, вы машинку заказывали, такси бизнес-класс. Да, добрый день, да, я. Садись. Уже сел. Пристегнись. Я габоля. Пристегнулся. Вам куда, в Лос-Антос или Палету? Нам на ферму, но у нас сейчас будут грабить. Сосите. Ой! Блять, подождите, отставить. Кат-откат, сейчас напишу. А теперь поехали, пацаны, поехали. Гони его, гони быстрее! Три машины за нами! Пусть попробует догнать. Блять, пизда, правда. Дрифтим. Дрифтим. Улетел! Ушагнул! Вы догоните, блядь! Вот это я себе переучил! Ай, блядь, чё тут ещё такие пизда нам! Спрятались! Что нахуй ещё в толчок-то залез? Надо было, я прятался. От кого? От человека. От какого? Который за мной гнался, специально залез сюда, потому что он меня здесь явно не найдет. Выходи, я сейчас быстро вылезу. Они вас увидели. Немножко оффроуд. Двигали, выгнали. Ламборгини за нами гонится, блядь. Ебашу! Блять. А это уход от РП банда? Да. Я появился, а машины и грабителей да уже нету. Походу пацана все-таки поймали. Юрий, пацан к успеху ушел. Не получилось, не фартануло. Жалко этого добряка, жалко. А теперь вопрос. Как мне теперь добраться до города? Фу, мужики. Попить есть? Здорово. Здорово, заебал. Бежал, хуй знает сколько оттуда, вот самой трассы бежал. Нет, попить? О, он нихуя мне надавал. Спасибо тебе, добрый человек. Спасибо, будь здоров. Есть же добрые люди на этом сервере. Не откажут трудную тебе минуту. А ты куда едешь? Мне в Лос-Антос надо. До дома докинешь? Поехали. Ой, сейчас довезут еще бесплатно. Если не ограбят по дороге. 5 минут спустя. А что, у тебя вот это единственная машина, машины другой нету? Это что, вроде как бы стартовая, да? Купишь на другую. Давай, я тебе братский подгон сделаю. Будешь как человек ездить. Выйди. Не надо? Уверен? Ну смотри, давай тогда. Спасибо тебе огромное, что довез. Счастья, здоровья, любви в личной жизни, как говорится, что хуй стоял, бабки были.
Давай, тебе тоже удачи. Пока-пока. Я ему хотел тачку подогнать, подарить. Я даже не знаю, сколько она стоит. Выбил ее из кейсов. Без разницы вообще, сколько она стоит. Я готов был ему просто так ее подогнать. За то, что человек такой добрый и отзывчивый. Добрый день! Кто машинку такси заказывал? Яндекс.Такси на месте. Нормальное такси у тебя, блин. Куда так, вам надо? Давай, давай. Да это друг дал покататься, говорит, поработай. Ты как новенький в штате, ты должен больше денег зарабатывать. А хули на этой обычной машинке, хули там много что ли клиентов будет. А на это сел и с комфортом человека довез. Правильно? Правильно. Офигеть, ты интересный собеседник. Не, ну подожди, я понял, это сейчас с ним. А смотри, ну а как ты ее взял-то в такси засунул-то? А вот надо вот уметь договорился с человеком. На лапу денег дал, все, теперь просто сам на себя работаю. Прикольно. Так у тебя должен быть тариф не эконом, блин, а это бизнес, блин. А вот это вот не устроено, конечно, в программе, в приложении. Вот ты напиши мэру, чтобы они это разобрались с этим вопросом. И еще единственный косяк, приложуха тупит, если оплачивать такси, то только на руки надо давать. Так, ну что там, сколько я тебе должен давать? Сколько пожелаете нужным, столько давайте. Я могу цифру назвать 50 тысяч, ну я не буду наглеть, конечно же, да? Так, ну подожди, сейчас бегу. Сколько? Так, нормально? Ну ладно, пойдет. Да ты что, охуел, блядь? Хорошего вам дня. Спасибо. Давай, счастливо. Жадина. Косарь дал, блядь, какой-то. Сраный косарь, блядь, я на бенз больше потратил. Дай, блядь, проехать, ебаный ты шашу. Добрый день, кто такси Рафот вызывал? Я. Садитесь, пожалуйста. А вот инструктор ГБДД, так, выйдите, пожалуйста, из-за моего транспорта. Смотрите, ознакомьтесь с местом происшествия. Где? Это... В деревню, короче. Куда? В деревню, с лицензией. Отцы говоря, короче, где начало квеста. Ебей! Вот это пиндёрить придется, конечно. У вас денег хватит, потому что это бизнес у вас всё-таки. Что? Говорю, денег у вас хватит, это все-таки бизнес-класс. Да нормально, хватит. Нет, тут расчет идет не так, как там обычно, а тут расчет идет сразу в руки мне. Да ясно. Я ж, хоть и говоря, на Резоне играл раньше. Вот сейчас решил попробовать тут. Где играл? На Резоне. А сейчас мы не на Резоне? Да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Хоть и говоря, Санька. А, так ты из этих, я понял. Я вообще изначально там на КРМП играл и так далее. Я уже. Я вообще в основном мерчика. Вообще похуй, блядь. Что ты там вообще что-то там? Самое интересное. Блядь, привет, нормально не может передать. Что-то. Да я там сампер, говорит, блядь. Ладно, с тебя денег не возьму. Приятно было с тобой покатать. Единственное, что попрошу. Как вы оцениваете работу нашего такси по 10-бальной шкале? Да 10, все 10, в принципе, быстро. Четко, оперативно, с комфортом, с разговором, все как полагается. Да, все. Интересно, спокойно. Давай, подписывайся, лайки прожимайте. Да, вы только посмотрите, какой-то чел заказал такси прям с середины озера. Ну и как мне теперь подъехать до этого чела? Моя BMW, конечно, пушка, но она не катер. Кто, блядь, там заказал, сука, ебаное такси? Я сейчас узнаю. Чел, такси прибыло! Ты меня слышишь? Такси заказывал, такси прибыло. Бан, блядь! Ну и пошел нахуй.